Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня нас ждет распаковка посылки. Посылки очень необычной. Смотрите, какая красивая. Почему необычной? Потому что она пришла ко мне издалека, из самой Германии. В Германии живет зрительница по имени Ольга. И она просила не называть ее фамилию, причем не вам, а мне, даже я не знаю, что это за Ольга, которая подарила мне вот такой подарок. Дело в том, что Ольга заказала, Ольга оплатила в магазине Абельнетволе подарок мне, представляете? И попросила Алену Абель, чтобы она не говорила, как ее зовут. То есть это сюрприз от моего зрителя. И я абсолютно не знаю, от кого. Ольга, огромное вам спасибо. Я еще не открывала посылку, я только ее приоткрыла. А для чего я ее приоткрыла, я вам сейчас расскажу забавную историю. Все вы, наверное, знаете, что наши кикиморы, во главе с самой главной кикиморой Леночкой Орловой, затеяли сейчас конкурс. И насколько я понимаю, у них там эта чертовщинка везде проскальзывает во всех их действиях. Что бы они ни начинали делать, им... кикиморы как-то, ну, мешают, что ли. Поэтому и ладно им. Девочки, где наши кикиморы и где я? Я сижу скромно, никому не мешаю, в конкурсе участия не принимаю. Но эти кикиморы, они добрались и до меня. Дело в том, что из магазина, ну, от Алены Абель шло сюда, в Россию, несколько посылок. И все они шли очень... ну, длительным путем, скажем так, через какие-то преграды, да. И дело в том, что когда они добрались в Россию, сначала эти посылки приехали в Краснодарский край, а потом из Краснодарского края заботливыми мамиными ручками Алены эти посылки полетели вот так вот дальше по стране. Одна из них была моя посылка, и еще посылка для кикимор. Так вот, эти кикиморы... Я не знаю, кто из них, но, в общем, где-то эти кикиморы на почте перепутали трек-номера посылок. Представляете? И получается, что, в общем, в чеках все трек-номера были перепутаны. Получается, Юлина посылка как бы приходит ко мне в город, а где живу я и где Юля, у нас между нами тысячи километров. В общем... Там все было запутано, кикиморы всех запутали, и меня в том числе. Вот. И поэтому мне пришлось посылку открыть, потому что я связалась с Аленой и говорю: Алена, как я могу узнать, что это посылка мне? А то вдруг я обрадуюсь, а тут не мне. То есть вот Алена сказала: Оля, открой посылку и посмотри, есть ли в ней проектная сумка. Видите проектную сумку? Если проектную сумку видишь, посылка твоя. Вот, я увидела проектную сумку, значит, это посылка моя от моей зрительницы Ольги. Ольга, огромное вам спасибо. Алена, тебе огромное спасибо за помощь в доставке этой посылки. И сейчас мы с вами откроем. Вытащу вместе с вами. Ой, какая интересная сумка. Эта сумка, ну, я уверена, ну, вернее, не то, что уверена, а знаю точно, что все, что в этой посылке, это все есть в магазине Абельнетволе. Девочки, живущие в Германии и в Европе, конечно же, все это могут приобрести. Ну, а те, кто не живет в Германии, девочки, ну, просто порадуйтесь за меня, за вот такую приятность, которую я получила. Мне очень приятно держать в руках эту сумку. У меня уже есть проектные сумки от Алены. В этих проектных сумках у меня сейчас лежат носочки. Вот такая проектная сумка с барашком от Абельнетволе. Вот такая прелесть. И сейчас у меня вот здесь вот еще одна пришла сумочка. Вот такая великолепная, замечательная. Супер! Сейчас мы ее откроем с вами и посмотрим, что внутри. Ой! А внутри, ну, конечно же, как же посылка будет из магазина Абельнетволе и не будет пряжи ручного окрашивания. Вы все знаете, что Алена пряжу красит сама. Нетволе. Я немножечко, можно переведу, да, с немецкого. Здесь написано, что пряжа ручного крашения из Аусбурга. 100 грамм 420 метров. Вот такая прелесть. Да.
Здесь все однозначения, вернее, на этикетке написано, что это пряжа 75% шурволи и 25% полиамид. А машинная стирка и... Да, вот. И вот такая вот пестренькая, крапушчатая пряжа. И мне кажется, я уже знаю, на что она может пойти. Естественно, это носочная пряжа, это носочный состав. У меня дочь просит сейчас носки с рюшами. Я ей вязала, вы помните. Но она куда-то потеряла один носок и говорит, мне срочно нужны носки с рюшами. Предложу ей вот этот вариант, желтенький, красивый, он такой лимонный. Вам на камеру он немножечко желтит сильнее, а у меня больше еще здесь зеленцы вживую я вижу на этой пасме. Спасибо большое, Алена, за покраску, Ольге за подарок. Ну, я, наверное, еще много-много раз скажу спасибо. Так, пряжа. Пряжа фирмы Рика Дизайн Мерина Плюс. Экстра Файн Супер Вош. В 50 граммах, 125 метров. Вот такой бежевый цвет. Красивая пряжа. И что у нас в составе? 50% шурволи. А еще 50% чего? И 50% акрил. Ну, такая вот пряжа полушерсть. Очень красивая, мягкая пряжа, несмотря на то, что я щупаю ее сквозь пакет. Сейчас мы вскроем пакет, и я посмотрю, как все-таки на самом деле на ощупь эта пряжа. Пряжа шерстистая довольно. Очень отличная у нее толщина. Вы знаете, вот 125 метров на 50 грамм, это 250 метров на 100 грамм. Однако выглядит она как пряжа 330 метров на 100 грамм. По толщине она такая достаточно тонкая. И мне это очень нравится. Вы знаете, я люблю тонкую пряжу, поэтому все супер. Спасибо большое. Вот из этой пряжи будем что-то вязать. Спасибо. Целых 10 мотков. Ну, это на целое плечевое изделие. 500 грамм пряжи. 1250 метров. Думаю, что нам хватит. Так, спасибо. Это второй был артикул. И тут я вижу еще проектную сумку. То есть, это пара проектных сумок. Вот она одна большая. И вот она маленькая. А, я прямо сейчас в нее переложу носочки, девчонки. Посмотрите, какая прелесть. Как же я их люблю. Вы знаете, что я и сама шью проектные сумки, но получать эту проектную сумочку одно удовольствие. Так, что мы с вами видим? Мы видим маленькую проектную сумку. Сейчас мы в нее... Нет, сейчас мы не будем засовывать. Я хочу посмотреть, что там внутри. Внутри в этой проектной сумке есть вот такой вот карабинчик, куда можно прицеплять маркеры. Они мне очень нужны, когда я вяжу пяточку на носках. Шапочку, кстати, тоже эта сумка подойдет и для вязания шапок, и для вязания варежек, для вязания носков. Все эти мелкие формы я вяжу с удовольствием. И сейчас я все, что у меня вот в этой большой абель сумке, теперь у меня будет в маленькую абель сумку перемещаться. Это мои носки, которые в процессе недовязанные лежат. Ну и прям, ну супер, ну супер, я вам скажу, они прям хоп туда и поместились. Когда едете в дорогу, это вот сумки, это просто великолепие, великолепное. Они так выручают, так здорово, когда они есть. В общем, мне нравится ими пользоваться. Спасибо большое, а теперь у меня целый комплект сумок. Супер, абельнит. Спасибо, Алена, и спасибо, Оля. Ух ты, оранжевое пекое, апельсиновый чай. Вот, не буду я ломать язык. Вот такой апельсиновый чай. Ну, понятное дело, что здесь ничего не будет по-русски, ни слова. Я потом все это переведу. Люблю читать инструкции. Хоть смейтесь надо мной, хоть не смейтесь. Но я всегда, прежде чем что-то открыть, я прочту инструкцию. Переводчик возьму и через переводчик все это переведу. Сейчас это все легко и радостно делается. Правда же? Оранжевый цвет, мой любимый цвет. Вы знаете, как я зимой люблю оранжевый цвет. Я даже мечтаю сшить себе пижаму, летнее домашнее платье, вот чтобы было именно оранжевого цвета. Поэтому спасибо за такую приятность в виде чая. Спасибо огромное.
Дальше у нас с вами тут идет еще один, наверное, чай. Так, девчат, а что я вас и себя мучаю? Я прям сейчас наведу камеру, и мы с вами посмотрим, что и как. Я переводчик на телефоне, и сейчас мы будем с вами переводить. Смотрим, что у нас здесь написано. Чай Виндзорского замка называется. Королевский чай Ассам черный. Смесь лучших чаев Ассама, насыщенной крепостью и легким солодовым вкусом. Ну супер, здорово. Спасибо, это вот этот оранжевый. Дальше мы с вами открываем здесь вот такой красненький чай. Вот такой красненький чай. Чай. Ну переводи. Чай, магазин Швенди. Таинственная фруктовая смесь с ванилью. Смородина. Ананас. Сахар. Папайя. И ну, давай, переводи, красавчик. Чай Котбус. Вот. Чай Котбус. Вот такой чай с ванилью. Да, чувствуется через пакет, чувствуется здесь, через пакет не чувствуется. Спасибо большое. Так, и это еще не все. И у нас еще вот такой чай. Это, так, та же самая фирма, но чай называется по-другому. Вот такая красота. Сейчас мы посмотрим, что это за чаи такие. Спасибо большое. Яблочная мечта в летнем настроении. Кусочки яблока, лемонгресс. О, запах будет обалдеть. Нет, здесь не чувствую запаха, но я точно знаю, яблоко и лемонгресс, это будет супер. И тут еще есть шоколадка. Шоколадка наша российская, бабаевский шоколад горький. Это, наверное, положила Аленина мама. Мне почему-то так кажется. Спасибо большое, да. Шоколад бабаевский – это очень вкусный шоколад, и приятно получить его, можно сказать, из Германии, да? Спасибо большое. И это еще не все. Здесь есть еще один замечательный подарок, а это крючок Кловер. Крючок Кловер с толщиной 2,25 мм. Именно под меня, под мои тонкие проекты, которые я люблю вязать. Спасибо большое. И это вот такой крючок. Так. И откроем Кловер. Я никогда не брала в руки Кловер. Я не знаю, как вязать этим крючком. Я буду пробовать. Я думаю, что так. Так, так. Вяжут им вот так. Ну, я так думаю. Вот такой вот кончик. Такой латунного цвета. На латунь похож. Латунированное покрытие, скорее всего. Вот такая прелесть. Крючок Кловер. Это первый крючок в моей коллекции. Спасибо большое, Алена. Спасибо. Здорово. Супер. В общем, вот такая вещь. Да, девчонки, приятно. Приятно обрадована. Мне очень приятно. Ольга, большое спасибо вам за сюрприз, за возможность повязать из пряжи от Алены Абель. За возможность повязать из пряжи Рика Дизайн. Мне эта фабрика очень понравилась. Вы знаете, я вязала жилетку из этой пряжи, из Рика Дизайн. И попробую сейчас повязать именно из мериноса. Вот такая красота. Да, ну за чаи и за шоколадку. Короче, всем, кто принимал участие в отправке этой посылки, огромное-огромное спасибо. И да, девочки, сейчас у Алены на сайте осенняя цветовая гамма вот такой пряжи. Я вязала из пряжи от Алены Абель. Мне понравилась пряжа. Она классная, она мягкая, носки носятся. Да. И могу смело ее рекомендовать для приобретения. Если у вас есть возможность приобрести пряжу, а еще сумки, а сумки, ну сумки это отдельное удовольствие, да? Да, крючки, еще и крючки. В общем, если у вас есть такая возможность, девчонки, вот, рекомендую вам. Да, вот, от Алены Абель.
Спасибо большое. Мои дорогие феюшки, мои дорогие Оля и Алена, огромное вам спасибо. Я желаю вам огромного-огромного здоровья, благополучия, творческих идей, замыслов, энергии, радости в жизни. И будьте счастливы. И пусть, как это сказать, мое настроение передастся вам втройне, и вы почувствуете это, и вам будет тоже так же приятно, как и мне. Огромное-огромное вам спасибо. Ну и, мои дорогие зрители, вам тоже большое-большое спасибо за то, что разделили со мной радость от распаковки посылки. Это всегда так трогательно, это так интересно, это так незабываемо. И вообще, когда ты открываешь посылку, такой, ну что там, так, знаете, как ребенок внутренний такой у тебя просыпается, и бывает очень приятно. Поэтому, девчонки, спасибо вам большое за такую радость. Спасибо. Ну, а вам, мои дорогие друзья, вам, мои дорогие зрители, тоже огромное спасибо за то, что вы умеете радоваться, за то, что вы умеете радоваться за других людей. И я желаю вам от всей души всего только самого-самого доброго, мирного, спокойного и радостного. Ну, на этой ноте я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.